памяти Бориса Немцова. Я не могу себе представить нынешнего ни одного губернатора, который бы усомнился в правильности политики Путина. Тогда это была другая страна. Фильм, пролежавший на полке 6 лет. У нас 100% есть шанс. Если бы их не было, они бы так с нами не боролись. Они бы нас не замечали. Ну, приехал Немцов, подумал, я к Невеле. Ну, приехал и уехал. У нас такая истерика, по всей стране истерика. Я сам удивляюсь. Впервые в эфире. Путин нам объяснит разницу между Романом Абрамовичем и Михаилом Ходорковским. Один в Лондоне с четырьмя самолетами, второй в Краснокаменске на зоне. Фильм Павла Селина. Ну, не дай бог, как с Аней Политковской случится. Убьют. Борис Немцов. Исповедь бунтаря. На RTVI. Вы думаете, вы нужны Путину и его большинству? Там не плевать, нужен я ему или нет. Я стране нужен.